Лабораторія краси продовжує змінювати зовнішній образ і стиль життя жителів нашого міста. Сьогодні стилісти салону краси «Комплімент» допоможуть молодій самотній мамі відчути себе більш впевнено і кардинально змінити своє життя. Тож знайомимось. Марія – молода та активна матуся. Весь свій вільний час присвячує вихованню дитини. Просто довгий час була в декреті і от хочу змінитися для себе, щось зробити для себе. Тому що я живу одним дитином. И вот хотелось бы, наверное, уделить себе какое-то внимание. И обратилась на эту передачу с целью что-то поменять, что-то изменить. Брак часу не означает брак фантазии. Мария часто мріє про те, как она сможет выглядеть и что бы хотела изменить у себе. Наверное, я бы хотела изменить прическу. Я просто... Все время белые волосы, белый цвет у меня волос. Я бы хотела что-то поменять, наверное, что-то, что мастера видят, наверное, ну, как они видят меня. Потому что как бы я привыкла, вот, то, что я белая. Хотелось просто посмотреть, поучаствовать и посмотреть, какая я могу быть другой. Побажання прийняті. Феї чарівниці лабораторії краси вже чекають на нашу героїню для здійснення її побажань. У меня идеальная кожа, но вот меня в последнее время беспокоит после беременности, что у меня лоб сильно жирнеет и подбородок. Я бы хотела, чтобы мне мастер, косметолог посоветовал, что мне с этим делать, и чтобы мне в дальнейшем было удобно налаживать мою косметику. Людмила Ильичева, косметолог. Главная задача косметического ухода в 30 лет – это предотвращение ее преждевременного старения, а также правильное функционирование клеток кожи. Основными принципами домашнего ухода является правильно подобранная косметика, которая будет направлена на интенсивное увлажнение и питание кожи. Спасибо большое мастеру, мне очень понравилось, кожа стала мягкая, увлажненная. Учту все советы и буду дальше продолжать это делать. Ірина Колесник, мастер-стиліст 3-го рівня Комітету стандартів салонів краси. Наша сьогоднішня модель Марія дуже мила блондинка. Но так як наш проект перевоплощення, ми вирішили, звісно, її змінити. І змінили її кардинальним образом. Для неї, мабуть, це буде дуже неожиданно і дуже екстравагантно. Но я думаю, що вона привикне до своєму образу, але ми будемо довольні. Потому что из просто простой блондинки, которых на улице мы встречаем очень много в нашей жизни, она превратилась в такую экстравагантную,
красивую, элегантную, модную девушку. И теперь, наверное, увидев ее на улице, каждый на ней остановит свой взгляд, и она станет более примечательной, более такой стильной и модной, привлекающей к себе взгляды. Сегодняшняя героиня Маша очень нежная и милая девушка, но мы для нее приготовили более стильный образ. Мы сделали ей макияж с техники Smoky Eyes для того, чтобы подчеркнуть ее цвет глаз, а также выделили ее губы, которые будут выделять ее из толпы и приковывать к себе взгляды. Инна Быкова, стилист. Для нашей героини Марии мы создали несколько образов. Первый образ мы подобрали трикотажное платье, которое удачно подчеркнет ее фигуру и внесет цветовые какие-то решения в будни. Мы подобрали Марии комплект из юбки и свитшота, который кардинально отличается от ее нынешнего гардероба и который привнесет яркие краски в ее жизнь. Маша, сьогодні хотіла змінити ваш образ, відійти від образу мами, перейти до стильної, молодої жінки. Чи сподобався вам ваш новий образ? Да, спасибо большое, неожиданно. Я прям в восторге. Я от привыкла, вообще, мне очень нравится моё перевоплощение. Спасибо огромное вам. Я в восторге, да. Що може сказати нашій майстрині з приводу цього образу? Ну, как бы хотелось, знаете, что внести такую какую-то новую, яркую, импульсивную волну в жизнь молодой мамы. Потому что хочется, чтобы ее жизнь изменилась к лучшему. Поэтому вот этот модный, стильный образ именно для этого. Вот для того, чтобы жизнь пошла совершенно другим таким вот ярким моментом стала. Чтобы приносила больше радости, больше каких-то вот таких приятных, хороших минут. Большое. Ми дякуємо вам за участь у нашій програмі і бажаємо вам тільки щастя та всього найдобрішого. Не бійтеся змін, змінюйтесь зовнішньо і внутрішньо на радість собі і близьким. Подаруйте собі комплімент.